Сотни редчайших экспонатов, книг и архивных документов представлены в экспозиции передвижной выставки «Нурсултан Назарбаев. Эпоха. Личность. Общество». Члены общественного объединения «Урпахтан Урпакка» посетили уникальную выставку в Кызылорде. Главная идея экспозиции – показать роль первого президента Республики Казахстан в становлении независимого государства. В ней представлены книги и редкие архивные документы из фонда библиотеки первого президента, награды Ельбасы. Члены общественного объединения отметили важность выставки для воспитания у молодежи, чувства патриотизма, пробуждения интереса к родной истории. Напомним, выставка продлится до 19 июня. В судьбе Кызылординской области первый президент Ельбасы сыграл большую роль. Не раз он принимал важные решения во благо региона. К примеру, когда стоял вопрос о расформировании Кызылординской области, именно по инициативе Нурсултана Назарбаева был запущен проект РРСАМ. Успешно реализована его первая фаза. Построенная между Большим и Малым Аралом плотина позволила спасти северную часть моря. Мы с интересом сегодня ознакомились с выставкой деятельности Ельбасы, очень познавательная. Планируем обсудить с молодежной аудиторией полученные сведения.